Всем привет! Смотрите, какую интересную вещь я нашел у нас на рынке. Вот с таким малоизвестным логотипом. Вот в такой форме. Тоже трудно узнаваемый. Вот. И это у нас Powerbank. Это металл. Выполнен, видите, полностью в стиле айфона. Очень интересно сделаны лампочки. Сейчас включу вам, покажу. Здесь вот есть включение, выход, зарядка и вход и выход. И вот так вот он. А, вот с этой стороны. Вот так выполнены лампочки. Они как бы зашиты в щель. Их не видно совершенно. Вот при нажатии. Просто показывает. Это 4 полностью заряженный этот Powerbank. Заявлено здесь 10 тысяч миллиампер часов. Уверен, что здесь столько нету. Итак, я его сначала полностью разрядил, поставил заряжать. Вот как видите, все 4 горит. И взял он с себя 2520. Вот столько он взял с себя 1-амперной зарядкой за 3 часа 20 минут. Теперь нужно его разрядить. Ну, будет немножко меньше, будет около 2, наверное. Вот такая вот емкость этого пауэрбанка. Продолжаю съемку уже на работе. Полностью разряженный пауэрбанк. Сейчас посмотрим его значение. Сколько он отдал. Вот 2013 миллиампер. Такую емкость он отдал. Все, спасибо всем за внимание. Пока.